ходе несения службы на проспекте 50 лет Октября нарядом полка ДПС был замечен автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Было принято решение об остановке транспортного средства. Напротив дома 6, по улице Деловая, данное транспортное средство было остановлено. При проверке документов было установлено, что водителем является юноша 2005 года рождения. Каких-либо документов на управление транспортными средствами или на само транспортное средство у водителя отсутствовали. По данному факту на место происшествия было вызвано следственно-оперативная группа и законный представитель несовершеннолетнего. В отношении несовершеннолетнего водителя был составлен материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях.